Итак, после распаковки первое, с чего нужно начать. Включаем кнопку, она не включается. Следовательно, вот здесь есть автомат. Его легко нащупать, включить. После чего кнопка должна загореться. Вот как сейчас. Включаем теперь. Значит, у нас отключен привод один. Проверяем сразу второй. После чего коляска начинает работать. Нам это не надо, нам надо поднять. Так, чтобы поднять коляску, достаем пульт управления и поднимаем. Так. Вот он у нас раскладывается. Вот и все, выключаем пока. Здесь мы уже можем добраться до пульта, который находится у нас. Вот пачка проводов уходит вниз, и там находится наш пульт. Откручиваем винт один. За резинку. Откручиваем винт номер два. Теперь аккуратно снимаем защиту. Здесь у нас открывается доступ к блоку управления подъемным механизмом, а именно вот этот белый блок отвечает за вертикализатор сам. И второй блок защиты и второй блок управления именно самим вертиком, ну то есть моторами. Он находится вот здесь. Теперь его начали крепить немножечко по-другому, но ничего. Здесь у нас стандартных два аккумулятора, не 4, да, два аккумулятора тяговых, гелевых, которые можно будет легко поменять. Все на липучках. Для замены нужно открепить блок вот этот, отключить соответственно автомат, и после этого уже можно будет приступать к замене аккумуляторов. Теперь что касается блока. Прикручен на несущую планку двумя болтами, раз и два. Если их открутить, то его можно будет вытащить. Ну вот, при помощи головки на 8 и ключа Т25 открутили блок. Подлезть, конечно, можно, но
не совсем в легком доступе он. Так, вот так вот его вынимаем, пока отключим. Здесь нужно 1, 2, 3, 4 подтянуть торксом. Ну и тут получается без особого фанатизма, конечно, потому что корпус алюминиевый, нужно взять торкс, по-моему, 15-й. Нет, все-таки 20-й торкс. И им подтянуть. Тут, в принципе, затянуто. С небольшим усилием все 4 болта. После чего корпус нужно установить на место. Проверю все, чтобы было подключено. Так. Так. Здесь все подключено. Берем 25-й торкс, вставляем для начала винт в направляющую. Нажимаем гайку. Если гайка упадет, то упадет исключительно в поддон, с которого легко достать. Лучше всего закручивать через головку на 8. Так, нужно наживить обе сразу. Начинаем закручивать, когда она начнет прокручиваться уже на фиксирующем клизму пластики, вставляем ключ. До конца и подкидывать второй.
Так. Выставили. Так. И гайку почти наживили. Не совсем удобно, но тем не менее гайку наживили. Закручиваем сильнее и вставляем ключ. Так. Двадцать пятой с трещоткой у меня сюда не влазит, поэтому только обычный изогнутый подойдет. Максимально затягиваем. Корпус. Так. Подтянем второй. Корпус не шевелится. Проверяем соединение. Укладываем защитный блок. Провода. Ну и соответственно ставим назад защиту. Так, заводим. Ставили защиту, закручиваем винты. Предварительно проверить нужно, чтобы нигде не попал провод.
Ну все, теперь можно включить питание и опустить кресло в исходное положение. Проверю, чтобы нигде провода не попадали на зажимы. Вот и все.